20 лет я преподаю. Может, второй слайд? Да. Ну, вот это я проговорила, я представляю, да, я, в общем, сертифицированный международный судья, поддерживаю World Beauty Congress, ну, уже 5 лет, Moscow Fashion Look, сотрудничаю с телеканалами Fashion TV, Fashion TV, в общем, все, что связано с модой, это прям мое, прям люблю, потому что, мне кажется, не бывает голова отдельно. Ну, мне кажется, не то, что мне кажется, вы тоже так думаете, да? Но не бывает так, что мы рассматриваем клиентов, глядя только на строение головы, качество волос и все. Ты считываешь полностью информацию. И я научилась, благодаря тому, что я ездила в разные города, мне нужно было быстро отбирать модели. А знаете, это такая засада. Просто. Они продают билеты, собирают зал по 500 человек, но они даже не думают вложиться в модели. Это всегда так поразительно, когда ты просто приезжаешь с утра, с самолета, и стоят, ну там, хорошо, что еще будут дети, то бывают и не дети. Ну, в общем, кто, кого смогли, того и привели. Вот, и из этого можно сделать шоу, потому что я считаю, что в нашей профессии не хватает, откуда можно зарядиться. Вот включить вот эту вилочку, да? И не просто какую-то информацию, да, там отсмотреть, а где ты можешь еще эмоции получить и увидеть, а вот так еще можно, и круто получается, да? И секретики отдавать. Я всегда делала шоу. То есть я приезжала, я кастинг, как окрашивать модели, репетиция, свет, звук, репетиция реально, проходки, сценарий. И это все за несколько часов. У всех, конечно, после меня был шок, потому что все думают, что я такая белая, пушистая. Все, что касается дела, я не такая, реально. Я монстр, я прям пиранья. Вот. Когда мне нужно быстро что-то создать, ты включаешь... Знаете, много есть разговоров о факте. Мало людей, которые говорят по факту. Понимаете? Я научилась отслеживать, когда мне начинают много говорить рассказы о фактах каких-то. Кто там приезжал, как они это делают. Слушай меня и делаем, как я скажу. Я научилась руководить процессом очень быстро. Это колоссально получился незаметно опыт. И потом, как раз-таки, я поняла, что все, ну, я долго работала в компании от директора Moscow Cosmetic, участвовала в разработках продукта Women Professional и была технологом многих брендов. Я поняла, что я хочу свою школу. Вот прям хочу. Хочу дышать свободно. Это как раз про свободу. Вы знаете, многие мастера глубоко ошибаются о свободе. Думая, что уйдя в свободное пламя, у всех хватит силёнок, темперамент, понимания, да, знаний, быть самостоятельным игроком. Потому что многие думают, я хочу работать на себя, да, и уходят. Арендуют, пожалуйста, очень много, в Москве просто. Вот, ну, ленивый просто не найдет, где тебе стричь, красить, все что угодно. Даже есть салоны, которые... просто плати входной, и тебе краску подбирают, все тебе дают. Но практика показала, я точно могу сказать, что мастеров много, которые уходят. Но многие в команде были яркими лидерами, яркими мастерами, и вдруг удовлетворяются. Их нет. Они уходят, знаете, в этот сколько? То есть зарабатывают деньги, и что с ними происходит? Они перегорают. Потому что в этой профессии парикмахеров, это, кстати, вот кто хозяин салона, вы, да? Да, вы должны понимать, ну, я потом расскажу, как важно понимать своих сотрудников, именно понимать. Потому что они все разные. Я хочу научиться. Это так, я вам расскажу, у меня есть куча секретов, которые мне помогли объединять людей, необъединяемых. Это психология, конечно, знания, психотипов, кто... Ведь каждого нужно правильно мотивировать. Одному одно хорошо, другому другое. Да? Кому-то ты ставишь такую планку, а для другого это просто он ночью перестанет дышать.
не дай бог, конечно, от переживаний. Потому что для него это стресс. А в эту профессию приходят все разные, абсолютно. И, как правило, очень эмоциональные. И я вот Тимура услышала, дорогой мой друг, что Бог один, да, а я всегда, знаете, что говорю, я не буду спрашивать своих учеников, я всегда говорю, ребят, мы служим красоте, мы не служим клиенту, но к нам приходит клиент, это мой Бог, каждый. Светлана мой Бог, как вас зовут? Людмила. Людмила мой Бог, если вы ко мне придете. Вот прям как только дверь откроете, вы почувствуете, что вы как-то хорошо вам дышится в моей студии. Потому что от начала, куда повесить сумочку, куда поставить, где присесть, где бахилы, это вот сопровождение клиента от начала, глазами клиента. Если он спускается по ступенькам, хорошо, у вас все молодежь спускаются, да? А если не молодежь, если перила, какие они гладкие, приятные, а может фотографии повесить, а может просто от руки что-то написать, может пожелание дня. Это все цепляет, это якорит, это эмоции, которым можно не дойти еще до администратора, чтобы попасть к своему мастеру, а можно уже получить всего того, что клиент, если он у вас первый раз, даже если не первый раз, как другая Шанель сказала, чтобы быть интересными, нужно меняться. Нужно просто меняться. Вот насколько мы можем что-то менять, вот каждый день. Каждый день нужно что-то менять. Я забыла про слайд. Представляете, что бы было после кофе? Как все началось? В общем, в 30 лет я начала свой путь. Были на то серьезные обстоятельства. Все поменялось. И я с ними справилась, горжусь, потому что те инсайты, которые у меня произошли в этот момент, вот, когда все становилось, это самые великие мои понимания и вообще просто реальные инсайты в жизни остались. Это студия на 9 этаже, первая моя студия «Гениаль». Здесь была еще фотография, но мне сказали, может быть, ее не надо, где стоит тумбочка и зеркало на тумбочке. То есть еще не меня начали уже тогда крутить-вертеть, потому что зеркала, что-то там сложно делать. А клиенты уже идут, и я принимала их на тумбочке. С маленьким зеркалом, у меня эта фотография есть. Потом я набрала команду, как-то получилось, что меня пригласили на телевидение, и я сказала, что я собираю всех, у кого нет образования парикмахерского, потому что у меня его не было. То есть я самоучка, я нигде не училась, у меня нет стандартного... Я так комплексовала очень сильно, долго, пока не прошла все мировые школы. У меня дипломы практически всех школ, которые существуют. То есть я везде ездила, это была для меня просто важная задача везде учиться. И чтобы не было такого, а мы, а у нас, а мы привыкли. Я знаю, что нет, когда ты платишь деньги, особенно в фунтах, кому ты там будешь рассказывать, как ты привык держать фен? Ты платишь, и ты приезжаешь за новыми знаниями, за новой техникой. Никому не интересно рассказы, опять рассказы о фактах, да, как тебя учили. Ты приезжаешь, чтобы новое получить, обновить себя, сделать такую версию, как телефон, да? Я тащусь. То есть мы всегда обновляем, чтобы какие-то кнопочки новые появились, там еще что-то разработали. Так и мы. И на самом деле очень быстро прогремела слава, буквально-таки, через полгода, как я открыла студию «Гениаль», мы стали самыми известными в городе Набережной Челны. У меня обслуживался мэр города Алтынбаев. В общем, у меня так удачно оказалось, что 9 этаж, потому что приезжали с охраны. Понимаете, все этажи в охране. Было круто, что наоборот такое аутентичное место получилось. Вот. И я начала обучать и обучая других, обучалась сама. И вдруг, в общем, меня уже начали приглашать какие-то города, в Татарстан, это Альметьевск, Казань, такие близлежащие. И пригласили потом в Москву. В Москву я приехала, и вот как бывает, в нужном месте находишься, в нужный час, судьбоносно, так скажем. Меня заметил Марко Бакаюни, это президент компании Selective Professional.
Вот. И сказал, вот эта девочка, я хочу, чтобы была в команде нашей международной сборной. Не-не, это вообще это регион. Это вообще даже графу, сколько лет стажа, может дополнить. Потому что я нигде ничего не писала, чтобы недоверие не называть. Потому что ну, полгода стаж. Это что? А я такая. Это вот опять к тому, если ты хочешь победить, тебе наплевать, что говорят. Ты идешь и делаешь. Причем ты это делаешь, не думаешь, 2 часа ночи, 3 часа ночи. Тебе говорят, сделаешь шоу, сделаю. За неделю сделаешь, сделаю. Мы сидим каждый день, а знаете, ночь как быстро проходит, вообще пролетает, уже светает. И мы делали, я делала шоу, тоже фотографию сюда не вместила. Первое мое шоу «Красиво быть просто». Из мочалок вместо волос. И я вырезала из бумаги костюмы. И у меня девочки выходили. И меня поддержали там балет, дэнс-опнул. Вот. И потом вдруг это был взрыв для города. Меня начали просто приглашать все ночные клубы. Сделай нам шоу, сделай у нас показ. А давай какой-то проект. В общем, получилось, что через еще полгода я поставила мюзикл «Грани». Представляете, ко мне приехали певцы из Москвы. Кстати, Женя Кунгуров, который сейчас уже поет, а тогда еще маленький был. Вот, но он приехал. И я пробовала, мне все было любопытно. Кстати, я не рассказала, я в прошлом, вообще самом прошлом, музыкант. У меня музыкальная школа, флейта, хроводирижерская. В общем, я из семьи музыканта. Вот, поэтому мюзикл. Да, вот, что, как можно поставить мюзикл, если ты не можешь? Ну, я творческий человек. Дальше. И здесь получилось так, что когда я приехала в Москву, недаром до этого сказала, что у меня прозвище было «Шампанское». Быстро, всех сразу объединяла. Я люблю объединять, люблю сама дружить. И в объединении, то есть когда мы знакомимся, очень важно быть друг другу полезным. Не на словах, а вот если я прошу или меня попросят, я готова помочь. Да? То есть я готова приехать, поддержать, бывает без гонорара. Да? Вот, ну, то есть надо так надо. Я знаю, например, как устроен конкурс. Меня сейчас много куда приглашают на конкурсы, и я понимаю, где-то я готова вообще без гонорара. Ну, понятно, что оплачиваю дорогу и 3-10. Вот. Но это мой самый главный инсайт – учиться в любом возрасте. Вот как только вы начинаете думать о том, что у вас там позади, вот, ну, столько всего, все, ребят, вы в консервной банке. Вам кажется, что вы вот еще так, а на самом деле это консервная банка, в которой вы закрыты, потому что все на расстоянии вытянутой руки. Вот здесь и сейчас я могу со всеми сегодня перезнакомиться, оставить телефоны и общаться, и быть полезной. И вы можете мне быть полезным здесь и сейчас. Сейчас модно, да, мы называем нетворкинг, да, когда мы знакомимся, коммуницируем. Это всегда было, это всегда нужно делать. Абсолютно всегда. А сейчас это нужно делать уже грамотно, осознанно. Ну, потоки нужно делать. Ловить эти потоки. И директорам, да и не только директорам, я нарушила свои законы, я начала в студию брать уже готовых мастеров, которые возьмите меня, возьмите, беру. 15 лет стаж там, 18 лет стаж. А обучение нет. Они ходят, это как музыку. Слышать музыку и слушать музыку. Разные вещи. Читать книжку и вчитываться в информацию. Мы много фильмов смотрим, которые мы просто смотрим. А если глядеться и разложить, а кто этот герой? Посыл какой, месседж какой в этом фильме? Да, и когда начинаешь разбираться, ты понимаешь, что ты работаешь над своим сознанием, ну, ты начинаешь слышать, как ты умеешь слушать и видеть. Вот это очень круто для сейчас, вот, мне кажется, продвижения любого стилиста, не знаю, управленца, директора,
салон, потому что слышишь, что говорят твои работники, да, к примеру. Можно же игнорировать и думать только об отчете. А можно прислушиваться, а можно и направлять. Направлять и управлять. Правильно. И вдохновлять, конечно же. Дальше. Я рекомендую, чтобы постоянно были вложены какие-то знания ежемесячно, хотя бы. Это мастер-класс. Вот я говорю, вчера я съездила к королю абсолютно случайно за ножницами. Я купила крутые себе ножницы, двое. Но я помимо ножниц получила намного больше. Те эмоции, которые просто, ну, не передать, знакомство. Кто-то меня видел, кто-то был на мастер-классе. Неважно. Я поехала, я обновилась, я узнала, мне любопытно, новый продукт, хочется протестировать, уже руки чешутся, ножницы тоже чешутся, пальцы, потому что ножницы – это, конечно, вызов всегда. Я человек, который всю жизнь учится, и сейчас учусь. Я никогда не могу сказать, что я что-то вот прям 100% знаю. Только я начинаю думать, что… Опять ощущение, что нужно еще, еще. Время настолько сейчас ускоряется, и я понимаю, например, Инстаграм – это вообще новый портал, интернет-пространство. Запускаю сейчас свой проект онлайн-школу, концептуальную онлайн-школу для нулевиков. Для меня было важно создать программу, где я рассказываю все, как мыть голову. Мать ее. Да потому что, ребят, я удивляюсь, когда на тренингах, когда я приезжаю в регионы, на мастер-классы или ко мне даже устраиваются мастера, и я смотрю, как они моют голову. Реально, это какой-то для меня вызов. Я даже устроила JR-марафон, где со всех городов ко мне приезжали мастера пройти этот марафон пятидневный с билетом, купленным только. Сюда, а обратно никто не покупал, потому что мы каждый день отправляли. Это игра была, где прокачка была. Как ты умеешь мыть голову? Как тебе показали? Как ты умеешь сушить? Как ты умеешь... И там за 40 минут они делали и макияж, и прическу. Люди, которые никогда не делали макияж. Делай. Вот тебе. Палитра, кисти, делай. Ничего нет невозможного. Даже если ты делаешь это неопытно, это твой уже какой-то опыт. Ты приобретаешь какой-то навык. Я начала с того, что я не училась ни декоративной косметике, я не училась парикмахерскому искусству. Но это не обозначает, что можно не учиться, раз у тебя получается. Я, кстати, вошла в лучшую десятку визажистов мира, на чемпионате мира в Кремле. Вот. Спасибо. Я очень долго участвовала, и когда меня пригласил Педро Перичи в Мадрид, он сказал: гений, я все, я оплачу, что ты хочешь, пятизвездочный отель, приедь, покажи мастер-класс, как ты это делала. Я в одном ночном клубе приклеила лезвие между пальцами, и под Баха длинноволосую девочку, мы с ней отрепетировали, вот, и я показывала шоу, мне нужно было сделать такой какой-то вызов, мне говорили, все ждут, когда вот вы что-то привезете такое. Я делала стрижку руками, ну как бы, а там были лезвия. И он меня очень попросил, чтобы я что-то вот такое на выставку привезла в Мадрид. Я чуть по-другому, но тоже там, я буквально через 5 минут оглянулась и смотрю, а они все сидят на полу. Ну то есть у нас самый вход был на выставку. Мой первый стенд. Главное быть всегда в отдаче. Ты взял, ты отдал. Вот Лана очень правильно говорила. Невозможно в этой индустрии сейчас быть только потребителем, что ты... Это больше, наверное, директорам салона, да, кто представляет. Когда ты думаешь, что это только бизнес по системе, которую ты вот запланировал, и она сработает. Может не сработать, может сработать, потому что я знаю очень многих людей, которые, не зная вообще парикмахерской, вот дал муж денег, и они тихо так раз, шоколад, шоколад, и шоколад, там свои девочки стригутся, красятся, два мастера работают, и все вроде как-то и живут,
Но я считаю, что это не совсем бизнес. Бизнес – это когда ты можешь не работать, вот как я сегодня, да, а работает команда. Вот. Это бизнес. И важно, наверное, сейчас постоянно своих мастеров, то есть не молиться на них, как на Бога. Вот у вас есть один мастер, второй мастер, третий появился, берите учеников тут же. Берите их куча, тут никто не берет. Найти желающего, страстного ученика. Вот это задача всех. Я всегда говорю, возможности каждого ограничиваются в его желании. Есть желание, есть результат. Дальше. Опять же, благодаря моим разъездам по разным городам, эти шоу-программы и мастер-классы. Кстати, у меня был даже такой случай, я хотела рассказать, поделиться, кто from Asia, с чего вообще вот началось. Меня отправили в Болонию на выставку. Я очень устала, там просто нереально, куча павильонов огромные, и ногти, и косметология, все отдельное, отдельное и огромное. Кто был в Болонии? Ну, ладно, вообще Италию люблю. И я случайно попала все-таки на мастер-класс, ребята из From Asia выступали, и я подумала, так круто, когда есть команды. Такие все подкачанные, все такие какие-то прям секси, вот эти накрахмаленные цветные рубашки, воротники стоят, и они вот этот фен так держат, я тогда еще, ну так надо запомнить, попробовать, как вот так, вот так вот. Думаю, это так круто, вот прям сушат и все вот это вот. Просто бедных девчонок, такое ощущение было, любит и любит. Вот, ну, я подумала, это так круто. И вдруг они закончили свою работу, и благодаря им, они были как проводники, они вдруг куда-то прям устремились, и я за ними. Ну, опять же, я любопытная, очень. А представляете, я любопытная на выставке в Италии. Понимаете, да, выставка? Это куча пробников, это куча каких-то уже покупок. И я за ними. И вдруг толпа народа стоит. Маленький стенд. И работает итальянец. Маленький, худенький. Какой-то вообще там два фонарика еле-еле. Вот, ну я не знаю, после вот этих софитов, этих вот этого всего, это очень... И играет какая-то музыка. И я просочилась, что я... Увидела, что очень много стоят профессионалов, стилистов, которые только что выступали или приехали, и они наблюдали за этим итальянцем, который работает. И как он работает. Вот это мастерство. Я тогда поняла, господи, как круто, когда ты стрижешь, ты получаешь удовольствие, и всем понятно, как это происходит. Нет лишних движений, мусора. А вот он язык вытаскивал на сцену от удовольствия, представляете? Он расчесывал волосы и делал вот так вот, это что-то было. И ни одного слова не было про стрижку. Ни одного. Радиальные проборы, горизонтальные. Там он не так, он кайфовал и чуть-чуть общался с аудиторией. Причем только рассказы были о женщинах, где у него были какие приключения. Вот. И, а я незаметно для себя просочилась в самый период и села с этими вот сумками своими. И там вот что-то я хлопала. Не знаю, он сказал, вот ты откуда? Я говорю, Раша, ты не Раша. Но где вы? Где? Ты нет. У меня, говорит, была Раша. Я говорю, я Раша. Ничего. Расти. Вот. Но я тогда не могла уснуть после этой выставки. Я подумала, у меня были комплексы, понимаете, это же моя боль. В 30 лет только начала. И вот все говорят, то есть уже у всех салоны, там какой-то опыт. Потому что нет возраста, в этой профессии реально нет возраста. Если глаза горят, если ты хочешь, ты можешь всегда начинать как будто снова. То есть многие мастера сейчас говорят, ой, Инстаграм не для меня, да, вот, то есть это, ой,
Ну, пусть молодежь фотографирует это до и после. Вот. А я не. Я не умею, я там, ой, девочку, дочку позову. То есть сейчас новое время, и я считаю, это время тоже такое обновленное, вызов для всех. Статус, не статус, опыт, не опыт. Не знаешь, у кого выстрелит, да? А, причем бывает так, что девчонки молодые, просто. Моя ученица Като, которая работала у меня, была моделью, я ее учила, гоняла по колористике, и у нее сейчас Като-студию, где она красит цветные волосы. Но у нее нет обучения никаких, кроме моей школы знаний. Да? Я знаю, что она, как, например, профессионал по стрижкам, очень слабенькая. Вот. Но при этом у человека была сразу хватка за Инстаграм, и она, когда у меня еще ассистентом ездила со мной по городам, она фотографировала и работала в Инстаграм. Я еще такая думала, зачем он столько времени сидеть в телефоне? Реально. Я думаю, как можно так долго не спать, сидеть, что-то обрабатывать фотографии? Сейчас я понимаю, это нужно освоить. И поделюсь тем, что, например, у меня в студии есть в WhatsApp отчет. Отчет же, где мастер отправляет свои работы до и после. И время, сколько исполняет, выполняется. Я вижу всех клиентов. И я вижу, классные кадры есть. Это контент, постоянный контент, который... Отдайте СММщику, который у вас будет. То есть у тебя на уровне бизнес-процесса, да, получается? Конечно, конечно. И мало того, ну, я бы сказала, как они могут, наверное, на меня пожаловаться, да? Нет? Я прихожу и говорю, так, сторис выходили, что сняли, что есть, нужно отправить. То есть сейчас я не спрашиваю, к примеру, ну там, я не знаю, что. Я все время что-то спрашиваю. Но к тому веду весь разговор, что вот это направление, где можно развивать всю команду, как команду индивидуально персонализировать каждого, очень важно. Сейчас, кстати, посмотрите, подпишитесь, пожалуйста, на Generation School, мои мастера. Я их не прошу, кстати, говорить хорошее только про меня. Говорят. Потом разберемся. Попробую сказать плохое, да? Ну, в общем, они выходят в эфир каждый четверг. Вот сейчас, кстати, Оля наша в эфире, да? Да, все. Ну, зайдите на скул, потом послушайте, что говорит мастер, у которой стаж 15 лет. И она попала ко мне год назад, и у нее просто, конечно, переворот мозгов, и все косточки я ей заново собрала. Вот. И то еще не до конца. Потому что там столько пробоя, вот в этом сосуде. Мало что рассказывают. Вот, ну, кстати, те, кто хочет обучать своих мастеров, реально рекомендую мой онлайн-курс для нулевиков. Реально. Да. Да, я знаете, как я уже второй раз переснимаю видео. Насколько мне важно, чтобы было видно все. Вот на макроуровне. Понятно, видно. Все почему-то думают, что я креативный стилист. Я считаю себя не креативным стилистом. Нормально. Что ж только вырываю я. Я не только вырываю, у меня, знаете, очень много клиентов. Вообще все мои клиенты, да, они не креативные. Все управляющие каких-то бизнесов, директора, бизнесмены приезжают из других городов, кто-то из других стран. Вот. И мы общаемся, мы вдохновляемся, и я уже на этом уровне как бы работаю. Не просто подстричь. А вот, но это классические работы. То есть мои техники, они не только для молодежи и для креатива. Это другое просто понимание. Как вот кто-то, да, из Омска сказал, была на вашем мастер-классе торнадо. Честно, она называется торнадо. Я убрала торнадо, торнадо. Это переворот мозгов, переворот волос. Дальше. Это вот моя сборная в Дубае, где я возила. Я председатель жюри World Beauty Congress, кстати. И будет следующий конкурс проходить
Ну, говорят, что острова Антигуа, это Барбадос, правильно? В общем, сообщу, можно объединиться. Это очень крутое себя мероприятие, вдохновляющее. Важно выступать на конкурсах. Я вот сегодня слушала тоже Лану, и я хочу сказать, если ты едешь на конкурс только думая, что ты едешь за победой, то могу сказать, вот весь этап от того, как ты придумываешь идею, она же приходит вот так, да? Это еще ничего не значит. Ты дальше ее дорабатываешь, додумаешь, тестишь, пробуешь, модель приглашаешь, начинаешь понимать, что вот это не получается, бесишься, да, там пересиливаешь себя, пробуешь заново. Потом оглядываешься и понимаешь, что ты волосами управляешь уже как-то, вообще не задумываясь, укладка, локоны раскрыты, господи, это уже не сложно. То есть путь к конкурсу, понимаете, важное событие. А сам конкурс, это такое невероятное, опять же, хочу сказать, World Beauty Congress, они такие молодцы, это не рамки Кремля, где вот, знаете, как огородили, стоят эти зеркала, и ты не видишь, что делается. Ты даже не можешь получить настроение, как это происходит. Нету шоу, нету мастер-класса, да, который ты можешь разглядеть. А я за то, чтобы на конкурсах все было доступно. Чтобы мастер выходил в эфир, ставил телефон. Это контент, где твоя же аудитория может следить за тобой, переживать, болеть, видеть реальность изнутри. Вот мне всегда это интересно. И World Beauty Congress как раз в этом плане, я считаю, инновационный проект. Дальше. Кстати, вот за неделю не сделали, я только вчера увидела. Это вот моя команда. В общем, в чем успех студии? Конечно, когда есть предводитель, когда есть идеолог, он ведет. Но это тоже не обязательная составляющая. Очень важно правильно создавать команду. Команду создать очень тяжело. Ее, как правило, нужно вырастить через какие-то... не бывает вот так все шоколадно. Это моменты, когда у мастера что-то не получается. Нужно быть в команде, реально в команде. У меня все мои ученики, мастера, стилисты, они как одно целое. И если они не помогают друг другу, не решают вопросы, мы проходим вместе колористику до 2 часов ночи, пока они решат. Представьте, как у меня я тут недавно устроила колористику, и моя вся команда по парам. Очень важно, чтобы они умели в команде работать. Делали работы и облажались как могли, потому что я набрала самые сложные работы, вот самые, которые есть. Одна сторона блонд прям десятка, а другой черный, да, Сэм? Ю-ху. Не знаю такого. В общем, было весело. И если мастера не развиваются, не проходят сложные моменты, не учатся, а как иначе можно? А еще какие версии? Мастер пока подошел к клиенту, он снял информацию, он потрогал форму головы, строение волос. Это важно. Это не просто контакт. Хотя контакт тоже важен. Какое строение в нижнем периметре? Ты думаешь, стрижку ты будешь предлагать? А там, может быть, вообще все по-другому пойдет. Да, и кривая линия вот такая. И потом он ведет в аквазону, в мойку, где идет настоящий уровень. Но, как правило, у меня моют голову шамписты. Я разделила все. Шампист, фонист, колорист, стилист. Вот. И все проходят все эти уровни. И сдают. И каждый месяц сдают техники, моют голову. И все это мы снимаем. И уже не мне они сдают, а другим мастерам, стилистам. Но это постоянно уровень. Все живые. Да? И неважно, сколько у тебя клиентов, полная запись, ничего, закрываем день и делаем. Я иду в минус. Но потом клиенты чувствуют, что они отработали новую технику, они что-то знают. И используйте, пожалуйста, на мойке разные продукты. Дайте возможность клиентам тестить все это, все, что вот у вас выставлено.
не жалейте. Вот новинка появилась, ставьте, пусть мастера все трогают, нюхают, используют, наносят. Да, я не понимаю, когда закрыты все витрины, а на стойке, где нужно работать, стоит один шампунь, один кондиционер и маска. Все. Все. Остальное пусть покупают. Как купят, если они не дотронулись ни до этого, ни до этого? Я даже больше делаю. Я беру с витрины, говорю, мы пробуем, делаем. Захотите, возьмите, нет? Ну, всегда беру. Всегда беру. Если что-то не понравилось, говорю, несите обратно. Я беру другое, тоже не вопрос. Сейчас продукции, вот. Вот сейчас с Денисом познакомлюсь. Да, прям это круто. Можно тестить и клиентов влюблять, рассказывать. И я заставляю мастеров в первую очередь разбираться, какой клиент пришел. Тип, психология. Пришел синий, которого нужно услышать, сколько это будет по времени, что он будет делать, мастер, да, и когда закончит. Все, ему не нужны никакие разговоры. А мой мастер начнет рассказывать о природе, красоты. Нет. То есть я и тренирую, как общаться с клиентом. Это тоже важно. Потому что если ты клиента не считываешь, то ты даже очень хорошо подстрижешь. А как правило, что там, господи, плюс-минус. Извините, конечно. Да, не надо вот... Ты клиенту создай уровень следующий. Слайд. Уровень. Уровень как раз-таки, как работает администратор. Как он встречает, какой он делает кофе, какие вы лепесточки, цветочки закупили, в чай бросили голубой цветочек. Клиент запомнил этот цветочек, понимаете? А что это, откуда? Ну, расскажу. А тут мята, а тут чебрец. Да это не стоит ничего. Это просто уровень. Это уровень. Мы никогда не делаем растворимый кофе. Я не знаю. Наш клиент, он наш. Он пришел, он потратил время, деньги. Он пришел, чтобы эту сделать стрижку, боже мой. Он пришел за уровнем. Он пришел за всем спектром. Как с ним разговаривали, как улыбнулись, зажгли ли арома свечку. Не пахнет ли... Ну, я вообще не понимаю, когда в салон заходишь, пахнет вот прям парикмахерской. Ну, не люблю. Вот нужно делать. Пахло настроением. Купите арома, духи брызните. Знаете, что сейчас придет клиент, который любит свечи. Две свечи зажжу. Прям на лестнице поставлю. Несложно, у меня администратор это все знает и делает. И несложно. И на все есть время встретить, выйти, улыбнуться. Да? Это значит искренне. И когда я работаю всегда в команде, у меня стоят ученики, учатся, я рассказываю моим клиентам, это нравится. Если они хотят поболтать, я всегда прошу, дверь закрыли в кабинете моем, а у меня общий еще зал, где работает вся команда. Вот, но я их ращу, чтобы они уважали друг друга. Не дружили, понимаете, очень опасно дружить в коллективе. Вот прям подружки. Я всегда говорю, с клиентами тоже опасно дружить. Потому что клиент платит. Когда ты эгегей, и потом в кассе все ждут. Где? Придете вы ко мне домой, да? А я скажу, так, знаешь, я купила икру, я купила вот это, просекко. Вложись 1500 хотя бы. Ну я так, да? Странно. Поэтому я стараюсь, чтобы мои мастера держали субординацию. От всей атмосферы и так понятно, что куда еще больше любви. Мы и так все время в любви. Какие-то всегда комплименты. Маленькие лаки специально закупаю, чтобы, знаю, месяц прошел, наверное, закончился, в сумке должен быть. Я знаю каждого клиента практически, стараюсь понять, что важнее будет ему сделать. Бесплатный уход? Мы уходы всегда делаем, практически не считаем. Это все входит в комплекс. То есть нету такого. А, используем вот это, значит еще там. Все должно быть на уровне. И клиент тогда доверяет, он понимает, вот
Пришел, всегда крутые волосы, и всегда что-то новиночку дали попробовать, понюхать. Я, нужно будет, я для теста отложу в маленькую от соуса, да, там, ну, я возьму и масочку отложу. Мне не сложно. Мне важно, чтобы клиенту понравилось самостоятельно дома. Он придет и купит. Когда перестаем официально считать деньги, то есть, видимо, клиент с удовольствием платит. Потому что даешь больше, чем ждет клиент, получаешь в итоге дольше и больше. Все мои клиенты, они, представляете, первый мой салон гениаль, мои клиенты до сих пор ездят уже 20 лет. Ну не все, а многие, которые до сих пор ко мне приезжают. Но я так горжусь, что они уже моих учеников стригутся и красятся. Потому что попробовав где-то, говорят, так не стригут. Так не чувствую. Я учу их рисковать. Креатив – это не значит здесь так, а здесь так. Креативно мыслить – это по-другому. Это создание, может быть, той же формы каре. Ее придумали, и гениально просто видал сосуд, который опередил всех. Вот все. Вот эта линия есть, и все. Да? Его техники. Ну, это как бах. Или Моцарт, как можно говорить, нравится или не нравится. Но есть джаз, есть другая музыка, много чего есть. Только не все могут ее услышать и понять, и применять. В общем, делайте из своей студии, салона что-то уникальное. Вот если есть своя атмосфера, усиливайте ее. Усиливайте свои плюсики, добавляйте. Чем нравится клиентам у вас? Что они ценят больше всего? Спрашивайте. Я всегда на лестнице ловлю. Ну, вы же поняли, лестница, да? У меня два этажа и цокольный этаж. Я как вам? Как голову болит? Божественно. Все. Все. И это реально. Это работает. И еще вот дети 18-летние, они через там месяц-два, и они уже божественно моют голову. Реально. Уже можно устраиваться шампистами. Поехать в Китай и работать шампистом. Как минимум, да, но мне не стыдно. Если мои ученики прошли у меня обучение, я их могу просто развернуть и сказать, иди в любой салон работай, он будет лучше. Среди лучших. Представляете? Все возможности, в общем, осуществимы, вы поняли. Что главное сейчас не унывать, не копать, не сравнить, как было, как у других. Забудьте, анализируйте просто как любопытные. Но знаете, что у вас все равно будет круче, чем у других. Потому что вы и есть самая лучшая для себя версия. Приняв себя, можно менять мир. Правда. Я всех люблю. Да. Что, сейчас выдержит? Очень, да. Так, это, наверное, ручное управление, да? Ладно. Давайте пропустим все немного самопредставление, тем более я уже себе рассказал. Классный слайд. Классный слайд. Мастер продаж. Ну, это у меня выкладывал, мне прям очень нравится. Да, спасибо. У меня пятая школа продаж, мастер продаж называется. Ну, я, в принципе, себя решил так называть. Давай дальше. Что там такое? Что это такое? Тут ничего не видно, темно. В общем, да, практика с 2006 года.